Всем привет! Сегодня выпуск про технику. На днях мы стали обладателями DJI Mavic Mini 3 Pro с пультом RC. И прямо сейчас я предлагаю его распаковать, совершить первый полет и сравнить с функциями. Так, Славян, погоди, а с чем будем сравнивать? Ну вы же все помните, а кто не знает, рассказываю. У нас до этого был Mavic Mini, самый первый. Покупали мы его в 2020 году, и вот первый полет. Это прекрасный дрон, который летает, который снимает 4К, у него шикарная стабилизация. У него есть несколько функций, точнее 3 автоматических режима. И по сути все. У него был только единственный датчик, и у того дрона есть минусы. Мир не стоит на месте, появляются крутые новые дроны, как, например, вот этот. И мы поняли, что нам нужно срочно обновиться. Наш миник уехал к новому владельцу, к нашему зрителю. Надеюсь, он будет летать, и все будет с ним хорошо. На том минике я пролетал вот столько. И только единственный раз я его крашнул. Это было в Геленджике при самом первом полете. Поймал заглушку. Мы его починили, запаяли луч, поменяли шлейф на камеру, и он снова отправился в полет. Делал прекрасные кадры, радовал нас и всех вас. Что-то мне кажется, я много болтаю. Давайте распаковывать. Вы даже не представляете, какой он красивый. И вы знаете, я вам хочу сказать, что он чуть побольше, чем первый миник. А какой запах. В коробке у нас сам дрон и пульт. Вот это мощь. Здесь у нас стики. Запись видео. С этими кнопочками разберемся. Нету никаких антенн. Пульт прекрасно ложится в руки. И выглядит он, ну правда, потрясающе. Также у нас есть еще вот такая коробка. А в коробке запасные лопасти, то немаловажно. Есть отвертка, провод и инструкции. Это нам пока не надо, нам нужен дрон и пульт. Пульт у нас включается также, короткое нажатие, потом держите. Далее здесь нужно выбрать язык, выбираем русский. Далее, пока сенсор работает достаточно хорошо. Согласен, регион Россия. Далее, так, Wi-Fi. Wi-Fi готов, нажимаем далее. Так, это, видимо, время. Далее, подтвердить. Так, дальше нужно войти в мою учетную запись. Так, добро пожаловать. Прикиньте, у дрона есть фокус. Дальше нас встречает небольшой фильм, который отснят на дрон. Ладно, пропустим его. Положение, да, все активируем. Все окей, есть академия, можно все это дело поизучать, подключить дрон, сейчас будем подключать. Ну и собственно все. Здесь меню то же самое, как и если был бы подключен у нас телефон. Это мой профиль, кстати, даже моя аватарка подключилась. На нем пока, на этом дроне, я ничего не налетал. С пультом мы более-менее разобрались. Прекрасная штука, я прям максимально хотел с экраном. Здесь непосредственно вход, чтобы его заряжать. И также здесь есть еще под флешку и под сам провод. Подождите, а зачем флешка? А зачем в пульте флешка? Это что ж получается? Мне нужно купить теперь еще одну флешку, потому что пока ничего не понял. Как всегда, DJI прочная конструкция. В комплекте уже идет батарея. Да, на этом дроне можно снимать как горизонтальные кадры, так и вертикальные. Очень мощный и надежный подвес. Сам он, конечно, очень красивый. Посмотрите на его внешний вид. Раз датчики спереди стоят, здесь датчики сзади стоят, также датчики снизу. Сразу хочу заметить, что боковых датчиков у него нет, и когда летите боком, нужно обязательно следить, чтобы никакого препятствия не было. Камеру можно опускать не только вниз, но и задирать ее наверх. Опа. Смотрите, как размыто получается. Попробуем сфотографироваться. Оп, автофокус. Вот функция. Смотрите, как камера переворачивается. Чук. Опа. И можно снимать рилсы. Чук. Возвращаемся. Ну что, первый полет на дроне. Полетели. Слышите, как он работает? Очень тихо. Отдаляем его. Буквально на чуть-чуть. Я отдалил его на 6 метров, и его вообще не слышно. Первый кайф этого дрона, то, что есть датчики, смотрите. Давлю на стик, чтобы он ко мне летел. Посмотрите. Вот он летит, издает звук. Я продолжаю стик давить на максимум, но он не летит ко мне. Вот это кайф датчика.
то же самое делаем, допустим, когда он летит задом. Смотрите, давим стик назад. И он больше не летит. Вот, он замер. Можно выставить чуть другой режим. Можно сделать так, что подлетая к препятствию, он его облетал. Но это буду чуть позже разбираться уже в режимах. Картинка невероятна, и качество экрана на пульте, конечно, тоже бомбическое. Вот высота, 80 метров он улетел. Пишет сейчас в 4К, 30 кадров в секунду. Да, спокойно, 100 метров, спокойно, никаких намеков, что сейчас он соединится, нету. Здесь выставлена максимальная высота 120, я думаю, пока нам ее хватит. Давайте полетаем. Режимы, насколько он будет интересно отлетать. Получается, сейчас дрон делает во всех режимах, пробует. Ничего себе, там препятствие было. Не надо так делать. Еще у этого дрона есть такая классная функция, называется гиперлапс и панорама. Я, к сожалению, прямо сейчас не могу этот снять. Буду показывать в видеороликах. Надо ставить его на зарядку, чтобы он не упал. Дрон, конечно, суперский. Вы даже не представляете, как я счастлив. Напишите в комментариях, как вам картинка с этого дрона. Есть чем сравнить на самом деле. Мне кажется, что она в разы превосходит первый миник. Плюс стабилизация, плюс эти повороты, плюс приближение, плюс все эти возможности, которые дает новый дрон, они, конечно, они невероятные. Все режимы сегодня не получилось вам показать, ну, наверное, потому что я не блогер, который показывает про квадрокоптеры. Я чисто любитель. И все эти режимы мы будем применять уже в дальнейших съемках, в путешествиях, ну, и в целом в жизни. И тогда я смогу их показать. Я думаю, что теперь наши видосы будут еще лучше, потому что есть эти все функции, которые есть в этой птице. Также в комментариях напишите, как назовем эту птицу, потому что я пока не могу придумать ему имя. Пишите свои варианты. Я буду с вами прощаться. Увидимся с вами завтра в новом видеоролике с кадрами с дрона. Пока!